Здравствуйте! Сейчас, наконец-то, я дождался того момента, когда работы по разборке моего старого домика закончены. Полностью все разобрано. Оставшиеся три стены были благополучно повалены в нужное место. Ну а дальше потихоньку их разобрал. И вот осталось у меня не так уж и много, более или менее нормальных досок, которые можно куда-то использовать. Их вот сложил отдельно. Им, конечно, тоже найдется применение. Еще вот там немного стоят. Их буду в ближайшее время использовать. Но остальные, конечно, доски все пришлось пустить на дрова. Но дров оказалось довольно много. Это, конечно, очень хорошо. Но и повозиться пришлось с ними изрядно. Сейчас у меня вот эта целая куча, ее надо будет перевести вот там, в конце участка поленница. Уже вот здесь поленница тоже сложена, ее буду использовать в первую очередь. Так что это довольно много. Ну, дрова никогда лишними на участке не бывают. Они всегда нужны для того, чтобы и домик протопить, да и для баньки тоже они всегда пригодятся. Так что это хорошо, что дров много. Это будет память о старом домике. Этот домик я очень хорошо знаю. Я в нем даже жил некоторое время. Так что память о нем останется надолго. Жалко, конечно, было его демонтировать. Но тут уж так сложилось. Я ничего поделать не мог. Он уже разрушился настолько, что восстановить его было просто нельзя. И все-таки оставил от него вот такую небольшую пристроечку, которую, конечно, тоже надо приводить в порядок. Но это уже все-таки возможно. В ближайшее время этим займусь, и будет у меня дополнительное подсобное помещение. Эта пристройка хороша еще тем, что вот даже отсюда видно, что у нее довольно большие окна. И уже в этом сезоне я там размещал рассаду, когда переехал сюда на участок. Там оказалось ей вполне комфортно, и солнышко в достатке, и не так жарко, как у меня в квартире на лоджии. Хотя там тоже солнышко изрядно. Ну, здесь еще и прохладно. И рассада здесь чувствовала себя очень хорошо. Хотя я постепенно отказываюсь от рассадного выращивания помидоров, но все-таки некоторое количество рассады будет, я думаю, постоянно. И перца надо выращивать через рассаду, и некоторые другие культуры. Так что это подсобное помещение, я думаю, лишним не будет. И вот очередной этап по благоустройству территории участка, именно той, которую я недавно приобрел, состоялся. Домик убран, осталось вот свободное место. Что здесь делать, пока еще окончательно не решено. Принимаю все предложения от зрителей, кто-то может что-то умное подскажет. Сюда пришлось засыпать глину, которая использовалась для наполнения стен. Домик был насыпной. Немного здесь, конечно, подсыплю чернозема, и что-то можно здесь будет и посадить. Предположительно, здесь хочу разместить кустарники, поскольку это край участка. Вот дальше уже свободная территория, там ничего нету. Так что здесь что-то такое можно свободно разместить. Тем более здесь вот подсобное помещение. Оно тоже создает некоторые неудобства для формирования каких-то грядок, ну там под овощи или под что-то. А вот для кустарников или для деревьев здесь, по-моему, самое место. Можно, конечно, здесь сделать какую-то зону отдыха, я думаю об этом. Это вполне возможно, место, в принципе, подходящее. Можно даже тут и плиткой все заложить, поставить какую-нибудь беседку. Но есть одно но. Довольно далеко от основного домика это все находится. И слишком близко к краю участка. Хотя, надо об этом очень хорошо подумать. Так что, время для этого есть. Пока в этом сезоне буду ремонтировать вот это подсобное помещение, доделаю забор, да и много разных других дел накопилось. Так что решить, что расположить на свободном пространстве, я думаю, время еще будет. Может, гараж сюда даже поставить, хотя не знаю, зачем он нужен или не нужен. Пока не знаю, надо очень тщательно все взвесить. Ну а пока для себя отмечаю этот момент. Старого домика теперь окончательно больше нет. Он разобран до самой последней досточки. Досточки частично распилены, частично вот отобранные для дальнейшего использования. Ну и в конце пожелаю всем огородникам
дальнейших успехов по благоустройству своих участков, хороших урожаев, всем всего самого доброго, до свидания.